Стаффорды опасны, бросьте, они прекрасны. Это ваше мнение, я с этим не согласен. От воспитания зависит, а не от породы. Даже пекинес может попутать свое болото. Хоть и не люди, но знают, что такое любовь. Прилетят на помощь, им не жалко кровь. Прыгнут под пулю, прикроют своим телом. Залижут раны, лишь бы был хозяин целым. Это разве плохо или может опасно? Зачем грести на тех, кто желает счастья? Опасны мы для них, не путай берега. Если попросту решил усыпить дитя, представьте, как красиво гулять с собакой, у которой с формой тела все в порядке. Это посвящается всем ценителям породы. Стаффорд не просто собака, он компаньон. До смерти будет рядом сторожить ваш сон.